морально важко було. Все залежало від зміни, яка несе службу безпосередньо за охорони нас. Книги забирали, телефони, понятно, не дозволяли. У мене зберігалася тетрадка по німецькому языку, я изучил німецький язик по тетрадке. Була можливість робоча група, яка там по желанию привлекались к работам. Они, когда приходили, бывало такое, что там, это же бывшая колония, там, где мы находились, там была библиотека, бывало такое, что они приносили какие-то книги. Книги, конечно, там Тютчева, Бунина. Но еще приходилось почитать, потому что хоть какую-то литературу надо было читать. Спортом немного занялся я. Занятия спортом немного перебивали чувство холода. Скинул 63 килограмма я находился сегодня. Обычно, когда списки такие зачитывали и выводили людей, они уезжали в неизвестном направлении, никто не знал, потом, где они находятся. Поэтому мы с полной уверенностью, нацепив все, что можно на себя нацепить, потому что была информация такая, что вещи все забирают. То есть все, что на тебе одето, ты можешь выбрать, а все остальные вещи забирали. Поэтому в основном на себя там теплое белье нацепили, там пару носков, там, курточку, там флиску, ну, у кого что было. У нас отвели всю группу, там со всех бараков выводили, не только с нашего, отвели в столовой. Возле столовой это место, где обычно они производили наши досмотры, шмоны так называемые. Провели досмотр, посадили нас на корточки, сказали, ждите. Там подъехало 3 КАМАЗа. Вышли люди в черных футболках, такие крупного телосложения. Пофамильно называли людей, все подходили со своими вещами к ним. Вещи бросали в общую кучу. У кого была шапка, тому шапку натягивали на глаза и перевязывали скотчем. У кого не было, просто выложили черный пакет и перетягивали скотчем. Завязывали руку и грузили, ну да, в прямом смысле слова, грузили в КАМАЗ. Когда экипаж разговаривал между собой, говорит, а граница будет подходить. Ну, мы понимаем, что на внутреннем рейсе границы нету, и где-то вот тогда просто зародилось где-то такое зерно, что нас везут на обмен. До последнего момента мы думали, что нас везут куда-то, скажем так, по этапу. С Витака ехала на автобусе, да, к этому моменту я скотч уже послабил на глазах, увидел указатель, дорожный знак Гомель. Вот, я понял, что мы в Беларуси. И еще дальше по дороге видел указатель Чернигов. Ну, тогда вообще уже тогда сердце, конечно, заколотилось. Приехали мы на какую-то точку, остановились где-то в районе какой-то заправки. Там уже сидели мы. Нас никто не развязывал все это время, никто не руки не расслаблял. И уже тогда услышали на украинском языке хлопцы. Я буду называть зараз фамилию, выходим мы по одному. Ну, тогда уже почувствовали мы себя, что неужели сейчас произойдет этот момент.